Вероломное вторжение Германии в июне 1941 года застало СССР врасплох. Мы жестоко поплатились, доверившись Гитлеру и его псам. Хорошо обученные и оснащенные, немецкие войска ураганом прошли по нашей земле до самой Москвы, прежде чем мы смогли остановить их. Миллионы сыновей и дочерей России заплатили за победу своими жизнями, но показали всему миру, что Германию можно победить. Сейчас фашистская военная машина рвется к нефтяным месторождениям Баку и к нашему дорогому Сталинграду. Но враг не пройдет. Красной армии больше не придется отступать по собственной земле. Сталинград мы не отдадим. Здесь мы уничтожим захватчиков или умрем. Немцы полагают, что 62-я армия почти разбита. А зря. Нам крепко досталось, но мы готовы защищать Сталинград до последнего бойца. Мы заняли оборону в городе, хотя единственный безопасный путь для подкреплений пролегает через Волгу. Наша артиллерия передислоцируется на другой берег. Она по-прежнему сможет стрелять, но достать ее немцам будет тяжело. Пришло время наступать. Пора вернуть себе каждый квартал, каждую улицу, каждый завод, отнятые у нас захватчиками. Мы всегда будем рядом с врагом, превращая его жизнь в кошмар. Каждый фашист будет знать, что он всегда на прицеле, и что смерть уже точит косу для него. Наша оборона должна продержаться как можно дольше, чтобы дать время организовать оборону города. Когда мы займем позиции, ни один советский солдат не отступит, пока у него будут патроны и пока ему будет где укрыться. Мы раздавим боевой дух врага, а когда он будет надломлен, окружим и уничтожим его безо всякой пощады. Августа 1942 года, Спартановка. Товарищи, здесь вы начнете защищать свою родину. Фашистские захватчики пытаются пробиться к Волге. Этого нельзя допустить. Враг уже подошел к окраинам Спартановки. Мы не можем и не станем отступать, дорогие товарищи. Наш приказ и солдатский долг — занять оборону здесь. Мы сделаем это во имя всех народов Советского Союза. Мы защитим эту деревню ценой наших жизней. Займите оборону в развалинах церкви в конце улицы. Враг пойдет через овраги с другой стороны. Косите огнем всех! Приказ не отступать! В случае неудачи и вашей возможной гибели второй эшелон займет оборону в первом и втором жилых кварталах. Любого врага, который прорвется туда, можно уничтожить среди тех самых домов, которые они у нас пытаются отнять. Если фашистская мразь все же сумеет пробиться, мы займем последнюю оборону в здании сельсовета. Я буду защищать его с бойцами, оставшимися от бригады. Вместе мы победим, товарищи! Держать фашисты! Оборону, бойцы! За Родину! Немецкая пехота! Так точно! Укрытие! Куда не денется? Бьем! Его убили! Огнем! Ну ты мог передвинуться! Помогите! Товарищ!
Берегись! Сдохни, фашист! Гундам! Прекратить огонь! Прикройте меня на секунду! Быть наготове. Точно! Умрите, гады! Пошел к черту! Пора его прикончить! Мы под плотным огнем! А я скончаю его! Я его прижал! Обходите! Сентября 1942 года. Западные районы Сталинграда. Вчера ночью немцы захватили красные казармы. Многие наши товарищи, наши братья пали, обороняя их. Сегодня наш черед мстить. Мы выбьем врага из казарм по приказу генерала Чуйкова. Мы проникнем к врагу и навяжем ему рукопашную в развалинах. Фашисты не устоят перед нашим натиском. Им придется либо отступить, либо сдохнуть на месте. Сначала мы атакуем административное здание. Оно построено на века, и враг, скорее всего, организовал оборону там. Возьмем здание внезапным штурмом. Отсюда мы выдвинемся к старому госпиталю. Стремительность наша союзница. Когда оборона врага будет прорвана, ему нельзя будет дать опомниться. От госпиталя направимся к школе политактива, которую отобьем у фашистов. Последней целью станет атака и зачистка склада в углу казарм. К этому времени сопротивление врага будет сломлено, и мы будем гнать его перед собой. За родину, товарищи! В атаку! Ура! Да, так дадим ему победу! За Сталина! Бойцы, за мной! Пехота! Есть, товарищ командир! Вражеская пехота! Ура! Спасите! Ah!
страшно. Видите, бойцы? Ничего невозможного! Черт возьми! Снайпер! Фашистский снайпер! Осторожно! Вдруг он еще жив. Перезаряжаю! Бойцы, пора! За мной! Не сдаваться! Смотрите! Дайте передохнуть. Мы его плотным огнем! Помедленнее, друг. Я без сил. Вражеская пехота! Я ранен! Вражеская пехота! Смотрите! Прикройте меня! На штурм, товарищи! Пулемет! Ложись! Ударь! По-моему, попал! Прикройте меня на секунду! Не дорожки! Убили его! Файте зайдет! Не стоим под плотным огнем! Бойцы, ответный огонь! Пошел к черту! Умрите, гады! Застали вас! Я ранен! Вы даже не думайте! Потом тебя... Черт! Еще один убит! Убрал фрица! Вражеская пехота! Товарищ, мне это все не нравится. Патроны на исходе! Ну что, кто теперь попался, а, фриц? Погодите, погодите минутку.
попал! Со мной! Мать его! Бойцы, за мной! Врагов. Так точно! Ты готов убить. Перезаряжаю! Сколько много проклятого фашиста! Бойцы, бегом марш! Есть! Пулемет, ложись! В атаку! В укрытие! Отделение в атаку! Есть, товарищ командир! Ложи его! Прикройте меня на секунду! Thank you.
возьми! Недоноски! Убили его! Перезаряжай!